Наконечники стрел, рыболовные крючки, подвески, остроги и кости животных. В основном такие предметы находили череповецкие археологи при раскопках в Кирилловском районе. Они проходили летом прошлого года. Территория поисков составляла 75 квадратных метров. За 3 месяца там обнаружили около 500 предметов быта и фрагментов оружия времен каменного века. Археолог Наталья Косорукова руководила одной из экспедиций. Перед тем, как начать раскопки, конечно, мы сначала должны знать, где находится археологический памятник, стоянка или поселение. И мы проводим археологические разведки. Поскольку мы копаем памятники торфяниковые, то их найти намного сложнее. И надо сначала бурить. То есть у нас есть специальный такой бур геологический. Вот. И мы при помощи бура ищем, где под торфом есть сапропель. Сапропель – это отложение озерное. То есть в древности было озеро, которое затем заболотилось и превратилось в торфяник. В таких торфяниковых памятниках археологи закладывают шуфры. Это небольшие приспособления, которые помогают ученым узнать, что скрывается под землей. Если почва перспективная, как говорят археологи, ее начинают раскапывать. Основные находки расположены ниже уровня воды. Чтобы она не мешала археологам, специальная помпа откачивает влагу. После того, как заветные фрагменты истории найдены, нужно узнать, какой их возраст. Для этого есть специальный метод – радиоуглеродное датирование. Некоторым предметам, которые нашли на раскопках, оказывается больше 8000 лет. 2019 год прошел не впустую, хотя объем работ был поменьше, может быть, чем обычно, но, тем не менее, удалось обследовать и отдельные районы Вологодской области, отдельные реки. Сезон был удачным, потому что, во-первых, удалось найти памятники, которые мы ищем, которые датируются первым тысячелетием. Они плохо изучены, малоизвестны. С каждым сезоном раскопок археологи чуть больше узнают о родном крае. В Кирилловском районе фрагменты древности ищут с 2002 года. В экспедициях участвуют десятки человек. В основном это студенты и просто увлеченные люди, которые хотят помочь ученым. Летом этого года археологи планируют организовать очередную экспедицию. Они снова вернутся в Кирилловский район. Кирилл Смирнов, Александр Беспалов. Новости.